Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 28. Сколько лапок у 9 утят? Для этого мы должны 9 умножить на 2. И получится, что у 9 утят 18 лапок. Сколько ног у 2 жеребят? Так как у жеребенка 4 ноги, то мы 4 умножаем на 2 и получаем 8. 8 ног у 2 жеребят. Сколько ушек у 7 котят? У одного котенка 2 уха, значит, у 7 котят будет 7 умноженное на 2, то есть 14. 14 ушек у 7 котят. Сколько рук у 5 ребят? У каждого ребенка по 2 руки, значит, мы 5 умножаем на 2 и получаем 10. 10 рук у 5 ребят. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.